Всем привет! Сегодня у меня заказ Василек. Мой любимый Василек пришел, и я хочу его распаковать вместе с вами. Что я тут вижу? Положили мне масочку. Как интересно. Вот такая масочка. Ее дали в подарок. Она из ткани, она из трикотажа сшита. Так, как ее правильно одеть? Внизу шовчик вот такой. А вверху вот идет сшита как резиночка. Мне кажется, вот эта резиночка, она должна быть сверху. Сейчас я ее... Вполне даже ничего. Она нигде не давит. В отличие от хлопковой маски, которую я покупала в магазине, здесь она сшита так, не тугие резинки, и она не давит нигде. В общем, спасибо за подарок, спасибо любимому Васильку. Ну что, давайте будем смотреть, что за покупочки я заказала. Вообще, я заказала несколько сарафанчиков, таких вот без рукава, на лето себе. Я люблю такие сарафаны, летом, когда жарко, нужно носить такие вот без рукава, в рукавах жарко. Все размеры у меня 52, я заказываю только 52 размер трикотаж. Я уже определилась, что мне комфортно в этом размере, потому что размер 50-й, он может быть у меня 50-м. Но когда у меня в облегании идет вещь, мне некомфортно в ней находиться. Я люблю, когда она просторная и свободная. При том, что я то могу похудеть, то поправиться. В общем, 52-й размер я заказываю. Мне в этом размере комфортно. Так. Вот такой вот сарафанчик. Это трикотажный. Здесь он идет стрейчевый немножко, но написано хлопок 100%. Ну вот вы видите, я заказала такой сарафан, как маечка. Вот я люблю такие, как маечка, носить. Летом очень в них хорошо. И очень такая приятная расцветочка. Море какое-то, да? Или океан. Вот, ну здорово. Сарафан, я смотрю, прямой. Он идет такой прямой, и он идет немножечко как вот расклешенный, да. То есть, если у кого животик, вот как у меня, то не будет ничего в облипочку сидеть. Вот, ну и все. Обыкновенный пошив. Нигде никаких, ничего лишнего нету. В общем, надо одеть и посмотреть. Но мне нравится, что он тянется вот такой вот. Это как раз вот прям то, что я люблю. Это здорово. Ну вот я одену, вы посмотрите, как он на мне сидит, да? Девочки, цену я буду писать где-нибудь здесь или здесь. Сейчас я не буду, просто останавливаться на ценах. Что такое голубенькое у меня тут лежит? Еще один сарафанчик, наверное. Ну-ка, откроем, посмотрим. Ну, вот это я уже сразу на ощупь чувствую, что это уже прям кулирка без всяких там лишних. А вот этот сарафанчик вот такой идет. Он идет на завязочках сзади, он сзади завязывается, ну такие для красоты завязочки, а впереди просто обычный вырез такой вот получается. Так, так. Вот такой вот рисуночек славненький. Вообще такой нежно-небесный цвет.
Она не короткая, она идет немножечко так поудлиненнее. И внизу вот такая вот как оборочка идет. Вот такой сарафан. Летний такой легкий сарафан. Ну вот это как раз тоже, вот я люблю по дому ходить вот в таких просторных сарафанчиках. Он просторный тоже такой сарафанчик, симпатичный. Как хорошо, что я такие вещи сейчас покупаю заранее, потому что летом, вот тогда, когда они как раз-таки нужны уже, когда вот эта жара, и хочется, чтобы на себе было что-то легкое такое, и их тогда быстро раскупают, и вот именно то, что я хочу, ну, может уже или не быть, там, или закончиться, ну, по крайней мере, я заранее запасаюсь вот такими легкими летними сарафанчиками. В общем, сарафанчик классный, вот для дома то, что нужно. Здесь везде обшита вот как каемочка вот такая идет, и на рукавах, и везде по верху весь проем вот этот идет обшитый. Ну а внизу, как я сказала, идет вот такая оборка, и здесь просто строчка, низ просто оверложен. Вот такая оборочка внизу. Еще один, по-моему, сарафанчик. Я в основном что-то так вот на этот заказ я решила больше на сарафанах акцентировать. Так, очень интересный. Тоже вот такой идет прямой сарафанчик. Сверху он идет на резиночке под грудь. Вот такая вот легкая резиночка под грудь. Но резинка, она идет только спереди, да? Так. Здесь вот такие вот бретелечки, их можно сделать любой длины, которая нужна, как раз вот под свой размер, выше, ниже, как хочется. Завязочки можно впереди завязать. И резиночка идет только впереди под грудь, а сзади спинка идет прямая, без резиночки. Вот такой тоже легкий сарафанчик, совершенно трикотаж 100%. И тоже как раз вот то, что мне нравится к лету. Я прям сама себя балую. Но нарисованы такие симпатичные бабочки синие такого цвета. Но мне уже не терпится его одеть и посмотреть, как на мне этот сарафанчик будет выглядеть. Прямо славненький такой сарафанчик. Мне кажется, благодаря вот этим вот бретелькам, которые можно выше и ниже сделать, тут даже сама длина сарафана тоже она может удлиняться или укорачиваться. Ну, в общем, посмотрим, я одену и посмотрим, как это выглядит. Еще один сарафанчик. Давайте посмотрим. Этот сарафан, он из вискозы. Ну, тоже хлопок. У меня, кстати говоря, есть примерно похожий костюм. Я брала костюм в прошлом году. Тоже вот похожие такой расцветочки. Очень он удобный, там бриджики и как бы блузочка. А это просто сарафан, он идет совершенно прямой, тоже не приталенный, ничего. Нормальная такая идет длина. И здесь идет вот половина с бабочками, он синий, темно-синий такой, как
пятнистый. И с одной стороны идет как с белыми бабочками, с другой стороны он просто идет однотонный, темный. Но самое главное, что, за что я выбирала этот сарафан, это то, что он идет опять-таки без рукава. Мне нужно без рукава. Просторный, легкий такой сарафан на лето. Отлично, отлично. Посмотрим, как это будет выглядеть. Здесь идет каемочка по рукаву. На пройме горловина идет тоже, как обшита каемкой. Ну, а внизу просто идет обычная как строчка. Дальше я заказала сорочку, тоже трикотажную. Я люблю такие вот сорочки по дому ходить. Тоже такая вот обычная сорочка. Летом я сплю в сорочке. И вот как раз идет она на бретельках. Никаких нету рукавов, ничего. То есть легкая-легкая дышащая сорочка вот для сна. Сорочки я люблю менять часто. И вот пусть у меня будет еще одна такая вот сорочка. Ну, сорочку примерять я не знаю, может быть, я не буду. Ну, вот она немножко идет укороченная такая. Ну, в общем, знаете, как длинная маечка, вот так. Чуть-чуть вот здесь вот резиночка, чуть-чуть присобрана на резиночку впереди. И все, а так в целом она обычная сорочечка такая. Девочки, заказала дачный костюм. Ну, у меня дачи нету, зато костюм теперь у меня будет. Я просто тоже для дома заказала вот такой вот костюмчик легкий. Здесь просто бриджи идут черные. И вот такая вот идет блузочка с коротким рукавом. Блузка удлиненная, внизу такой вот рисунок, как раз под бриджи подходит. И здесь есть кармашек еще. Вот. Что мне понравилось здесь, что эта блузка, она удлиненная, и она идет, прикрывает, в общем, низ, то есть вот под бриджи я не люблю короткие футболки носить, у меня уже не та фигура, а вот удлиненная блузочка, и она как раз идет такой вот расцветочки, как раз вот с черными бриджиками, то, что нужно. Вот посмотрим, как это будет смотреть. Ну, это, само собой, 52 размер, девочки. Я беру просторное, потому что, чтобы оно вот висело на мне, как совершенно просторная вещь. А бриджики, вот они, черные. Вверху резиночка, но не широкая такая резиночка. Вот она, видите, да? Резинка вшитая. И обычные трикотажные вот такие простые бриджики черненькие. Вот такой костюмчик. Посмотрим. Ну вот, из вещей все. Я заказала еще постельное белье и маленькие полотенчики для кухни. Я полотенчики заказываю часто, потому что я люблю их часто менять. На кухне приходится постоянно мыть руки, когда готовишь, постоянно руки вытирать. Полотенце все время мокрое, и, в общем, я люблю эти полотенчики почаще менять.
Но я люблю, чтобы они были вот махровые, не вафельные. Вафельные не очень люблю. Вот эти вот три полотенчика разных цветов я взяла. Они недорогие, 51 рубль стоит полотенчика. Размер идет 30 на 50, это то, что нужно как раз для кухни, очень удобно. Это Ташкент шьет, изготавливает полотенчики. 51 рубль совершенно недорого для кухонного такого полотенчика. И в общем, я их заказала 3 штучки. Вот такие вот разные цвета. Запас пополнился. Ну и еще, мои хорошие, я заказала постельное белье. Но заказываю я белье в отдельности, потому что у меня идет пододеяльник на полуторку. Простынь я беру на двухспалку, чтобы она хорошо заворачивалась. А наволочки у меня 50 на 70. Наволочки я взяла отдельно тоже 50 на 70. На этот раз я заказала сатин. Я решила немножко свой гардероб постельного белья чуть-чуть разбавить сатином. До этого я раньше все время брала бязь. Но последний раз я взяла комплект сатиновый. И вот на нем сейчас я сплю. И мне, честно говоря, очень комфортно. Мне нравится эта ткань. Ну давайте раскроем, да посмотрим. Я взяла такую нейтральную расцветочку, чтобы она могла у меня сочетаться с другими комплектами тоже. Вот такой цвет я взяла специально. Приятная очень ткань, сатин, да, очень приятная нежная ткань. Вот такая наволочка. $50 на $70. Ну и она пошита, как обычно шьется. Все это идет с кармашиком вот здесь вот внутри. Просто обычный такой вот, как мешочек. Вот такие две наволочки взяла. Но цену напишу вверху. Заказала простынь двухспальную. А двуспальная это идет размер 200 на 215. Сатин. И очень такой вот приятный-приятный. Застилать я постель не буду, потому что у меня постель недавно застелена. Ну вот я вам покажу вблизи, какая-то расцветочка выглядит. В общем, приятная такая тоненькая ткань. И она очень гладенькая. В общем, хорошая ткань. Мне уже она нравится. Ну и пододеяльник я взяла. Это идет на полуторку, размер 148 на 215, хлопок 100%, сатин, сделано в России. Посмотрим. Ну, а пошито оно обычно, внизу прорез идет, но здесь идет две стороны немножечко разного оттенка. То есть рисунок одинаковый, такой же рисунок, как на простыне, только одна сторона идет немножко потемнее, а другая идет сторона посветлее, которая сочетается именно вот с простынью и с наволочками. Вот такой вот расцветочки. В общем, я постельным бельем довольна. Постельное застилать сейчас не буду. Застелю его попозже. Ну вот и все, мои хорошие. Я вам показала все свои покупочки. Всеми покупочками я довольна. Мне все нравится. Я заказала как раз все, что я хотела. Ссылочку на любимый Василек я оставлю внизу. Заходите по ссылочке, вы найдете там очень много хороших товаров для мужчин, для женщин, для детей, для кухни. В общем, много чего хорошего и по приемлемым ценам, потому что цены меня всегда радуют, удивляют в хорошем смысле слова. Из всех вот вообще-то сайтов, на которых я брала вот трикотаж, но мне кажется, Василек это самые такие вот недорогие цены, самые лучшие цены у Василька. Проходите по ссылочке и делайте заказики на сайте на любимом Васильке. Ивановский трикотаж это самый лучший трикотаж в мире, но в нашей России это уж точно. Все, мои хорошие,
На этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!